Я сюда поступал так, как тут есть та специальность, которой нет в других университетах. Эта специальность называется физико-химические методы прибора контроля качества продукции. Я собираюсь работать по специальности, и моя специальность квалифицируется в таких местах, как санэпидемстанции, и можно работать на таможне. У меня брат тут учился, он мне предложил этот университет, и я заинтересовался, решил поступить сюда. И БГТУ дает техническое знание. Я, вернувшись на родину, буду работать по своей специальности, менеджер по недвижимости. В первую очередь в Белорусском государственном технологическом университете мне нравится, как относятся преподаватели к студентам. То есть одновременно и вежливо, и строго. Я вернусь на родину и буду работать по своей специальности. То есть буду развиваться по этой сфере, то есть IT, и буду углублять свои знания. Кроме столицы, то есть Минска, я был в двух городах, это Иваново и Береза. В первую очередь, Беларусь очень чисто. Улицы, парки, площади очень чистые и аккуратные. Народ очень дружелюбный, культурный. В Беларуси очень красивые девушки. Друзья у меня есть в Беларуси, и мы с ними часто играем в футбол, отдыхаем. Едем отдыхать на Минское море. Даже с ними бывали на музее Великой Отечественной войны. В Беларуси и других городах не побывал, но в основном в Минске везде гулял. И люди тут хорошие, очень доброжелательные. А в Минске успел побывать везде, можно сказать. Люблю посещать все места. Часто бываю в кинотеатрах. Был во всех кинотеатрах в Минске. В основном в Сильверскрине. Часто езжу отдыхать на Минское море и гуляю по Парку Победы. Мне нравятся торговые центры, Немига нравится, в целом все нравится. Чаще всего я люблю посещать торговые центры, центральные улицы еще. Чаще всего я бываю в торговых центрах галереи. Да, во-первых, я приобрел тут много очень друзей, своих одногруппников. То есть мы вместе собираемся иногда, идем гулять, да, идем гулять, например, в кино. Да, конечно, среди сокурсников и в общежитии много. Да, у меня есть друзья-сокурсники, и я с ними очень хорошо общаюсь. Я живу в общежитии, у меня там друзей много, с тремя парнями. Один из Нигерии, один туркмен мой, земляк. В общежитии есть спортивные комплексы. Я имею возможность готовить наши национальные блюда и угощать своих друзей.